привет, меня зовут Самар, и в сегодняшнем видео будет очень много моря, точнее целых два моря. Андаманское море и Южно-Китайское море. Поехали! Мы в очередной раз поменяли страну, на этот раз мы снова в Таиланде, это был такой визаранглинный 2 месяца, и это был один из самых тяжких переездов, потому что мы ехали в маленькой маршруточке, мы ехали примерно 10 часов, с 3 пересадками, потом нас высадили не на вокзале Краби-Сити, а на окружной Краби-Сити, мы добрались до центра, и сейчас ждем автобуса в город Аонанг, и я надеюсь, что все это стоит, потому что... это был самый ужасный переезд за последние пару месяцев. И мы снова в Таиланде, пам-пам. Вчера вечером городок Аонанг мне очень напомнил Крым, то есть Кунтьяло. Сегодня утром мы спустились на пляж, и это впечатление только усилилось. Столько людей на тайских пляжах я не видел еще нигде. Это, конечно, компенсируется красивыми скалами и общим видом, но людей здесь как-то многовато. В общем, в целом курорт Аонанг не зашел. Хотя бы потому, что это пляжный курорт в сезон, то есть здесь очень много людей на пляжах, а кроме этих пляжей делать абсолютно нечего. Можно, конечно, сплавать на всякие пхи-пхи, но для этого нужно брать недешевый тур. Можно прогуляться по нацпарку, но эта прогулка займет минут 15, ну 20, если отбиваться от обезьян. Конечно, курорт может понравиться тем, кто любит валяться на пляже или ходить по барам, которых здесь очень много, но кроме этого делать там абсолютно нечего, поэтому после Аонанга мы поехали на родной остров Самуи. Самым интересным событием за все месячное пребывание на Самуи стала поездка в нацпарк Антонг. Нацпарк Антонг – это группа маленьких и средних островов, расположенная в море где-то километрах в 30 от Самуи. Добраться-то можно только туром, ну или арендовав собственную яхту, конечно. И там есть на что посмотреть. Очень красивые островки, красивая лазурная вода, а в стоимость тура входит снорклинг, то есть плавание с трубкой и маской между коралловых рифов, тропических рыбок, морских ежей. Входит поход на озеро, расположенное внутри одного из островов, и каякинг вдоль берега, а также обед и завтрак на берегу. Я очень советую, если будете на Самуи, съездить на Антонг, потому что это одно из самых красивых мест в провинции и в Таиланде в общем. Сегодня все, в следующем выпуске будет еще немножко Самуи, а также приглашенные внезапные гости и совсем немножко города Чангмая. Подписывайтесь, ставьте лайки, а я пойду кофе попью.